Всем привет, друзья. Сегодня 5 декабря. Температура у нас сегодня утром опустилась до минус 17 градусов. В зимовнике у меня температура сейчас 5,6 градуса. Вот я взял из дома метеостанцию. Это приемник метеостанции. Датчик стоит в зимовнике. Я вижу, что температура в зимовнике 5,6. Так-то он у меня стоит дома. Ну, взял, чтобы показать. И 86% влажности. Но это в зимовнике. Кто смотрел предыдущие ролики, тот знает, что я у себя на пасеке из всех семей одну оставил на улице, чтобы понаблюдать за зимовкой на сетчатом дне, как происходит зимовка, что-то для себя познать новое, так как пасека растет. И нужны какие-то альтернативные методы зимовки. Все-таки иметь у себя за плечами опыт какой-то. Меня в комментариях многие просили показать именно состояние семьи, клуба при отрицательных температурах минусовых. Сетчатое дно у этой семьи также открыто. Количество подмора не изменилось с момента предыдущего осмотра. Его также мало. Сейчас посмотрим состояние данной семьи. В каком состоянии клуб пчел. И кто желает, может сравнить, посмотрев предыдущее видео по данной семье. Есть оно также на канале. Ссылку дам в описании данного видео. Ну и в конечных заставках можете кликнуть и посмотреть по данной теме предыдущее видео. С того видео все начиналось. Данная семья находится вот в таких условиях, то есть снега нет, холод, ну где-то минус 15. Не критично, конечно, не сильно холодно, но снега нет, ветер небольшой, так что семья в таких достаточно спартанских условиях зимой. Ну посмотрим состояние клуба данной семьи. Ну вот, открывая улей на сетчатом дне, меня радует то, что нет конденсата. Никакого намека на какой-либо куржак, как его называют, иней внутри улья нет. Пчелы в клубе. Состояние пчел визуально хорошее. Пчелы активные, но они сидят намного плотнее, чем при предыдущих осмотрах. То есть клуб плотный. Сырости на рамках вообще нет. В карманах сырости нет. Единственное, чуть-чуть наледь небольшая за диафрагмой. Но это вообще ни о чем. То есть никакого иния, куржака в больших количествах я не вижу. У нас такая погода стоит, морозы очень довольно-таки долго. Ну вот, что мы увидели. То есть семья также вверху, клуб пчел. Излишней влаги я не обнаружил, в гнезде ее вообще нет. Подмора пчел практически нет, то есть количество мертвых пчел с момента предыдущего осмотра не изменилось. То есть пчелы не сыпятся от чего бы то ни было, будь то клещ, будь то какие-то неприемлемые условия по зимовке. То есть, если подводить итоги данного осмотра, то состояние семьи
хорошие. Пчелы чувствуют себя, думаю, нормально. Ну, конечно, здесь условия не такие, как в зимовнике. В зимовнике у меня стабильная температура плюс 6. Семьи без утепления. По шуму я сразу ощущаю, что все там хорошо. Заходишь в зимовник, где 70 семей. Естественно, если какие-то проблемы, пчелы шумят или им жарко, также могут шуметь даже и от холода, то, конечно же, будет понимание, хорошо пчелам там или плохо, как они там себя чувствуют. Вот такое состояние нашей местности. То есть все голая земля, промерзшая. Ну что хочется в завершении ролика сказать, что естественно, никакая зимовка уличная не заменит хорошего зимовника, хорошей зимовки в нем. Особенно при температурах, которые комфортны пчелам, где они потребляют минимальное количество корма. Но вот я считаю, что такая зимовка, потому что есть с чем мне сравнить, зимовка на глухом дне, пусть вентиляция вверху, все равно куржак, как ее называют, иней, образование его такие немаленькие количества иногда бывает. Это сырость в улье, сырость в гнезде, что еще хуже. Ну вот пока сетчатое дно позволяет зимовать при минимальном количестве влаги и сырости в улье. Ну, дальше будем смотреть. Зимовка практически только началась, хотя безоблетный период у нас уже 2 месяца практически. Ну, такие жесткие условия практически только начинаются. Будем дальше мониторить, смотреть. Ну и итоги промежуточные и окончательные, конечно же, я поделюсь своими наблюдениями. Ну вот, друзья, всем пока. Всем, конечно же, удачной зимовки. Пчелы – это наше все. Так что терять их я никому не желаю. А желаю, чтобы все было хорошо. И всем здоровья, хорошего настроения. И до новых видео. Всем пока.